Я не такая. Вот и чепуха, чухни четко. Привет, друзья, это Камеди Клаб, новый сезон! Все готово, все! А теперь представьте, что мы находимся на концерте симфонической музыки. И мы, и вы, и даже вот та пара на балконе. Паша, ты что, спишь? Нет, я слушаю. Паша, ты с ума сошел? Что? Прекрати храпеть! Я слушаю, я смотрю, что ты... Паша, ну прекрати. Что? Я же смотрю. Ты спишь? Ну что я смотрю уже? Ну что ты... Послушай, Паша, это светское мероприятие. Сюда приходит только приличная публика. Билеты стоят 50 тысяч рублей. 50 тысяч? Пошли отсюда, это кидалово. Пошли, я тебе говорю, серьезно тебе говорю. 50 тысяч? Серьезно? Да. Послушай, это везде, где людей хотят кинуть на бабки, звучит классическая музыка. Пошли. Почему? Ну ты в банк звонила? В налоговую звонила, страховую. Продолжать мне список? Паша. Что? У нас с тобой сегодня необычный вечер. Ровно 10 лет, как мы сочетались счастливым браком. Пожалуйста, хотя бы сегодня веди себя культурно. Так мы сюда поскорбеть пришли, да? Ты просто не умеешь слушать классику. А я тебя научу, это совсем не сложно. Просто расслабься и дай классической музыке разбудить твое воображение. Закрой глаза. Закрыл? Да. Что ты видишь? Я гуляю в парке. Тонкие лучики заходящего солнца пробиваются сквозь кроны деревьев. Вот, видишь? И тут появляешься ты. Я? В красивом платье. Волосы развиваются на ветру. А, да. А у тебя в руках бездомный котик. Так мило. Ты берешь 50 тысяч и засовываешь их коту под хвост. Паша! Что, мне надоело эта мудятина, ты поймаешь? Мне уже достало, это все невозможно. Паша, на нас люди смотрят, пожалуйста, просто помолчи. 2 часа, я тебя прошу. Маршрут построен. Ты что делаешь? Что, пока нет пробок, поехали домой, что? Паша, мы досидим до конца этого концерта. Ладно, я пойду разомнусь. Что? Я пойду разомнусь чуть-чуть, что ты? Кости мне надо размять, мне на плечи растянуть немножко, попрыгать. Ты в буфет? Какой буфет? Я просто разомнусь, кости размять. Ты пить будешь, да Паша? Да я не буду пить, говорю, посиди, послушай. Я не разрешала тебе пить. Я не буду пить, все, смотри. Паша, все, я... Все хорошо, я тебе сказал. Я надеюсь, я скоро тебя увижу. Все нормально. Часть вторая. Сюита из балета «Прекрасный розмарин», ми-бемоль-мажор. Аллегро «Камерата романа» из цикла «24 прелюдии для фортепиано», опус 28, ми-минор. Фортепиано Юлий Контратопов. Альт Инга Яслова. Солист Яков Садово-Румянцев. Уруру! Улюлю!
что вы здесь делаете? Иди сюда, надо перетереть, иди сюда. Иди сюда, да, на перетере. Уходите отсюда, у нас концерт. Иди сюда, Рубин. Уру-ру, иди сюда. Иди сюда, на перетере. Иди сюда. Да не бойся, они спят, иди сюда. Что вы делаете? Я миллиардно-кратно извиняюсь. Ну что вы творите вообще? Вы здесь не одни, вы понимаете? Вообще, вы имеете уважение к присутствующим типам и типихам вообще. Вы такой грубый нас. Вы понимаете, что люди приехали с Рублевки, и что они должны слушать, как вы здесь Шарпея хороните? Паша, что? Паша, вернись обратно в ложу. Я тебе... Зая, сейчас музычку настрою, приду, все нормально, не прижусь. Зая, ну, все нормально. Я прошу вас, уходите отсюда, у нас концерт. Сыграйте что-нибудь веселое, пожалуйста. Пожалуйста, ну что-нибудь, пожалуйста. Люди пришли на концерт, они до этого в туалете убыстрились, а вы их своей музыкой замедляете, понимаешь, обратно. Да что вы себе позволяете, сейчас охрану позову. Что? Охрана! Что, и что? Охрана! И что, охрана! 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 И что, где? Охрана! Охрана! Охрана в буфете дерется. С кем? С охраной с кем? В смысле? Ну, я одному дал $100, а второму не дал. Паша, Паша, ты меня позоришь. Да, я сейчас приду, я тебе сказал. Че вы такие кислые-то? А че рожи у вас такие кислые? Я узнаю эти рожи. Такие рожи у людей, которые занимаются делом, которое им вообще не нравится, понимаешь? Я уже 5 лет сексом занимаюсь вот с таким лицом, понимаешь? Паша? Это тебя не касается, Послушай, ну... Успокойся, прошу вас, у нас концерт, пожалуйста, уходите! Послушай сюда, Паша, давай! Паша! Мне это надоело, я от тебя ухожу, все, живи как хочешь! Ну иди! Иди тоже мне, смотри, на нее носом крутит тут! Я, между прочим, с оркестром для него выступаю тут, а оно всегда так, 10 лет вот так! Ну иди! Это все из-за вашей музыки, семьи рушатся, понял ты? Тихо! Ты знаешь, что это такое? $100. Ты знаешь, как отличить настоящие $100 от ненастоящих? Нет. Тогда нате $100, сыграйте что-нибудь нормальное. Вы понимаете, что мы здесь играем классику? Шуберт, Шопен, Бетховен. Классик — это Саша Розенбаум, Вика Цыганова, понимаешь? Это большой театр, мы здесь такое не исполняем. Да как не исполнять? Вы только что играли, что вы играли? Что? Ну вы не поете их просто, что ты играл до этого, что ты играл? Боже! Что? Это Стас Михайлов! Какой Стас Михайлов? Это твой Стас Михайлов, это я тебе говорю, Стас Михайлов, давай. Что тебе надо, родная? Ты прости меня, родная. Вот, смотри, они ожили сразу. Смотри, я сам. Без тебя! Без тебя! Смотрите, кто-нибудь есть? Понимаешь? Понимаешь? До этого веселую музыку. Лупоглазый, иди сюда. Ты играл что-то до этого, веселая музыка была. Турецкий марш. Турецкий марш ты играл, эту, как... Да! Газманов! А? Давай, спой, Газманов! Давай, пой Газманова. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак. Ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Над морской тишиной, над крутою, над волной. Ты вечерние звезды, две дороги, две судьбы. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак. Ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Так все, прекратите это! Нам нужно играть «Лебединое озеро». Слышишь ты, черный лебедь, давай, не трынти, какое озеро тебе надо? Вот это. Что? Это Трофим! Что? Это Трофим! Давай, пой Трофима, давай. Давай, Трофима, это Трофим. А впереди еще 3 дня и 3 ночи. И шашлычок под камечем с тобой. За то, что свел меня с собой. Бой. Все, ты принцип понял? Ну, принцип понял какой? Чертак, да. О, какие у вас песни еще есть? Нормальные только. Какие? Нормальные? Да, есть? Вивальди. Какая Вивальди? Я говорю, что, нормально? Что это за песня? Что-то знакомое. Что за песня это, а? А может ночь не торопись?
хочешь бежать, беги. Если хочешь забыть, забудь. Может днем, а может ночью, ты меня не забывай. Это не та песня. Мы пошли! Надо подкачаться. Ты пойми, что первый поцелуй. Так кто угадает песню, всю пачку отдам. Я календарь переверну. И снова третий сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Браво! Ну вот, но понимаешь! Почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября. Супер! Классно, но это не та песня, нет! Это не та. Пашенька! Зайка, ты вернулась, зайка! Это что же, ты на самом деле все вот для меня? Конечно! В честь десятилетия? Конечно! Боже мой, оркестр, Шуфутинский, Большой театр! Как ты это все сделал? Ну, конечно, зайчонок, я же не хрен с горы! Это все-таки замминистра культуры, ё-моё! Андрей Аверин, Зураб Матуа, Дмитрий Лисок Сорокин. И, конечно же, Михаил Шуфутинский под нашей бурной. Отдельные аплодисменты нашим музыкантам, симфоническому оркестру. Спасибо. Дорогие зрители, для вас выступали струнный квартет «Верум». Аплодисменты им. Андрей Аверин, Зураб Матуа, Дмитрий Сорокин, Марина Кравец, Демис Карибидис и Михаил Шуфутинский. Закон и порядок на работе. Нашел пальчики нашего убийцы. Анархия и хаос в жизни. Нужны твои официальные показания. Сделаю в обмен на программу защиты свидетелей. В совершенно другой жизни. Твои новые документы. Денис Дубов. Неплохое имя. Новая биография, новый город на берегу моря. Антон Филипенко. Люди у вас тут хорошие и спокойно очень. Катерина Ковальчук. Ты кто такой, а? Бывший спецагент, шахматист. Мне больше всего про спецагента понравилось. И Артем Гайдуков. Доигрался! Уйкуль Пуаро! Эркюль. Чё? На страже пляжа. С 5 сентября в 9 вечера. Премьера на ТНТ. Oh,